12 тысяч жителей столицы получат финансовую помощь к Пасхе. На эти выплаты местные власти потратят 2 миллиона 200 тысяч леев. По данным мэрии, для более 1600 человек с нарушениями зрения и слуха к празднику выделят по 500 леев. Еще 9 тысяч с лишним граждан получат финансовую помощь в размере 100 леев. В эту категорию входят пожилые люди, жители с выраженной тяжелой и средней степенью инвалидности, получатели компенсаций или абонементов на проезд в общественном транспорте, которые стоят на учете в территориальных структурах соцпомощи и чьи пенсии не превышают 1450 леев. Кроме того, на финансовую поддержку к Пасхе могут рассчитывать почти 1000 человек из социально уязвимых семей, которые написали заявление на получение материальной помощи. Размер суммы зависит от их потребностей.